Что-то не могу, мои любимые. Телефон уже садится. Мне так хочется поснимать вам вокзал, этот потолок. Может быть, многие его видели. Знаете, вот тут охранник, девушка. Смотрите, какие люстры. Смотрите, какой потолок. Какая красота. Камера хранения. Можно... Не было ее раньше, сейчас сделали. Можно и так хранять. Там, смотрите, какие скульптуры. Захотелось мне показать вам сам вокзал внутри. Везде скамеечки, там Бургер Кинг, ресторан, церковная лавка, тут сувениры, монетки, контактные линзы, если кому-то надо. И что это такое? И что-то такое, не знаю, что. Всякие сувенирчики, и напитки, и кофе, и... Всякая разная утварь. И здесь вот есть. Можно что-то там за телефон оплатить. Тут телефончики. Тут тоже, по-моему, это... Что это, кофе или нет? Да, кофе с молоком. Кофе черный, экспрессо. И девушка с ложками в голове. Хотя ложки не существуют, как утверждает герой из фильма «Матрица». Теперь я свою подругу потеряла, пока снимала. Тут тоже все, смотрите, в камерах хранения. Раньше их тут не было. Где мы? Тоже какие-то, смотрите, венская кофейня и все такое. Думаю, моя подруга где-то уже возле поезда. Как же мне найти? Юля, ты где? В общем, я вечно ищу Юлю. Она сказала, что ей захотелось мяса. А тут где-то есть Великолукский какой-то магазин. И где он, я не вижу. Блин. Вообще не знаю, где она. У нас осталось полчаса до поезда. Она потерялась. Может, уже где-то точит мясо. Давай мясо. Давай мясо. Какие лавочки неудобные. Вон парень, смотрите, спит. Думаете, ему удобно? Думаю, нет. Такие сделали, чтобы люди не могли на них спать, а чтоб только присели. Вот. Вот где Юлька? Тогда придется мне... А вон она идет. Ну, класс. Я хотела уже ее искать. Смотрите, какой потолок. Там вон памятник. А памятник кому? Петру Первому? Да, Петру Первому. Давайте попробуем увеличить. А, у меня села батарейка. Все, мои любимые. Хоть немножечко вам показала. Сам вокзал железнодорожный петербургский. Да, там Петр Первый. Все, люблю вас. Спасибо, что вы со мной. Выше. Ныкает, меня, наверное, увидела. Пока-пока.